Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре очередной ICO проект, который называется World Power Production Energy. Сокращенно я его буду называть просто Energy, для того, чтобы не затягивать видео слишком длинными словами. И хочу сразу же вам сказать, что данный проект является хайповым и привлекает достаточно большое внимание со стороны инвесторов. И мы сейчас с вами разберемся, что это за компания, какие проблемы она решает, какие технологические решения она себе внесет. Компания VPP Energy – это мировая энергетическая корпорация со штаб-квартирой, которая находится в Женеве, Швейцария. И они владеют несколькими важными технологическими патентами. Президент компании Рафаэл Бен является профессионалом, у которого 30-летний опыт работы в энергетическом секторе. И компания решает очень серьезную проблему. Это проблема загрязнения окружающей среды во время добычи электроэнергии. С 1972 года не прекращается работа над разработкой альтернативных методов добычи энергии. Какие проблемы в данный момент существуют на рынке энергетики? Электричество, несомненно, является очень важным для существования человечества. И нормальное существование без него было бы просто невозможно. Но проблема экологии в последние десятилетия широко волнует общественность. Самыми популярными ресурсами для добычи электроэнергии являются каменный уголь и нефть. В процессе сгорания этих видов топлива огромное количество вредных веществ попадают с дымом в атмосферу и золой в почву. Также они вызывают парниковый эффект, что грозит нам засухами. И результатом таких действий является огромная смертность. Страшно представить, что нас и наших детей ожидает в будущем, если не будут приняты меры. Какое же решение предлагает компания? Компания VP Energy многие годы занимается разработками и внедрением альтернативных методов, так называемой зеленой энергетики. И в долгосрочной перспективе рынок электроэнергии будет пополняться новыми технологиями. Вся информация будет передаваться и храниться при помощи блокчейн, технологий и смарт-контрактов. По сравнению с традиционными участниками глобального энергетического рынка, решения и возможности компании VP Energy являются более гибкими и интеллектуальными. Компания, используя технологию блокчейн, предлагает свое решение проблемы. И работа ведется в трех направлениях. Первое – это заключение государственных контрактов. Компании заключены контракты стоимостью более 50 миллиардов долларов с различными правительствами по всему миру на поставку возобновляемых источников энергии сроком более чем на 35 лет. Второй момент – это создание двух цифровых пользовательских платформ. Глобальная зеленая платформа будет предоставлять услуги по продаже зеленой энергии и содержать все данные о типе, количестве, стоимости и местоположении. Она предназначена для снижения стоимости зеленой энергии и способна сделать компанию основным поставщиком зеленой энергии. Энергетическая обменная платформа будет позволять обменивать услуги на криптовалюту. Токен VPP будет являться обменной валютой всей экосистемы, но станет возможным использование еще 20 криптовалют, связанных с энергетикой, и все транзакции будут проходить быстро и безопасно. Третий момент – это установка энергетического оборудования. Для создания чистой и зеленой энергии VPP Energy разработала Mobile Power Station – передвижную электростанцию, которая работает на воде и преобразовывает ее в NNO, которая может быть доставлена в любую точку мира. Такая электростанция – это недорогой источник электроэнергии, и она может быть установлена и в школах, и в торговых центрах, использоваться также для военных нужд. И всем, кто хочет сформировать собственную энергосистему и не зависеть от общих источников энергии, станет незаменимым помощником передвижная мобильная электростанция.
какие цели преследует компания? Своей основной задачей компания VPP Energy считает превращение существующих загрязняющих электростанций, работающих на угле, в природном газе, нефти, бензине. И использование зеленой энергии, по мнению разработчиков, является главным пунктом в борьбе со всемирным потеплением и загрязнением атмосферы. В будущем компания планирует создание целых зеленых городов для решения 200 тысяч человек, построенных за 2 года, и вертикальных сельскохозяйственных тепличных вышек высотой около 20 этажки, которые могут кормить 200 тысяч человек в месяц. Компания также планирует внедрять самые мощные передовые технологии в бедных странах и искать возможности для решения этих проблем в области жилья и энергетики. VPP выступает в качестве гуманитарного помощника для стран с наибольшими потребностями. Что касается токен. В качестве способа оплаты всех транзакций в области энергетики на платформе будет использоваться токен VPP. Специальное мобильное приложение также будет доступно, VPP Mobile App и пластиковая карта. Они сделают процесс оплаты более простым и легким. Данный токен основан на протоколе эфириума. Общее количество токенов равно 5 миллиардам. Стоимость данного токена на при ICO 20 центов, на приватном сейле 16. Что касается команды, то возглавляет ее, как уже говорилось ранее, Рафаэл Бен. И входят сюда не менее именитые и известные учредители, все лучшие специалисты в области зеленой энергетики, а также управляющие энергетической компанией, ведущие инженеры, предприниматели, финансисты, научные сотрудники и многие другие собрались в составе команды. Реально, состав команды выглядит поистине звездным. В заключение хочется сказать, что с большим интересом я буду наблюдать за дальнейшим продвижением и развитием данного проекта. На самом деле это достаточно нужная и полезная идея. Проект имеет сплоченную, хорошую, опытную команду. И в принципе все факторы сходятся на отлично. И как результат мы, возможно, увидим рождение нового, перспективного и успешного проекта. В принципе, на этом у меня все. И с вами мы уже увидимся в следующих обзорах. Всем пока!